Есть тут такое место очень удобное для того, чтобы тестировать свет, и видно был туннель света. Вот смотрите, вот наши по бокам ближний свет, наши полоски от линз без засветок. Вот у нас мы сейчас немножко блондинку слепанем. Давай, девочка, иди, чтобы мы тебя ни раз не слепили. Вот наш дальний свет. И несмотря на то, что у нас лампочки светят несколько разным оттенком, и несмотря на то, что линзы у нас чуть-чуть разрегулированы по уровню, тем не менее мы видим достаточно вот ровный, красивый, правильный свет. Вот этот G5 линзы, особенность их, это от бампера равномерный свет и до самой вот светотеневой границы. Вот он наш дальний. Вот он наш дальний. Наш ближний. Сейчас мы на 2 секунды, пока никого нету, выскочим из машины. И вот так, вот он, где у нас начинается. Эта линза не была подрезана. Вот он, где-то свет начинается яркий через 2,5-3 метра. Вот он у нас туннель света. Фара, если вы помните, была забронирована. После того, как я забронировал, я перестал сидеть. Сажусь в машину. К сожалению, пришлось нам покинуть точку дислокации. Мы мешали проезду. Фары. Бронепленка за 2 года несколько заюзалась. Имеет такую матовую уже основу. Желательно было бы их, эту пленку, поменять, так как внутри само стекло новое, прозрачное и так дальше. Но пленка уже создает пелену. И даже несмотря на эту пелену и все вот моменты, мы имеем такой вот свет.